Нет, здесь хотелось бы. Здесь очень нравится мне. Ты мои еще друзья. Я вижу такую суету в городе, что некогда заниматься нашими людьми. С вас, если я хожу по Невскому проспекту, у него есть желание здороваться с каждым человеком, который мимо идет. Ну, ни у кого нет времени заниматься Васиными вопросами. А Васе плохо, если у людей нет времени. Жизнь, и холодно в груди, ступеням Эрмитажа. А ты из Петербурга? Угу. Желание, чтобы... Нет, только байт. А голос можно? Я бы хотел все изменить, это, всю жизнь свою, потому что она у меня очень неудачно идет. А это ничего не меняется. Ты пока я не поднимаешь что-то. Хороший Викулий Мишель. Красивый, не стребатый. Поменьше? Побольше, наверное. Мама, кажется, что у Вика одна. Молодец. То есть там крымские сосны? Можно без пальцев. Там крымские сосны, у них шишки. В поликлинике там СЭС, ну, для... А что такое? Человек, который здесь способен накрывать на стол на 15 человек, где он это должен делать в городе? В кафе, в ресторане. Ну, он это делает медленно. И я не знаю таких директоров ресторанов, которые согласны взять на себя таких людей, которые медленно, может быть, да, медленно это делают. Моя сестра хотела меня забрать к себе в Данию. Ну, моя сестра все так говорит, что в Дании лучше, за границей. Там можно работать, что же делать. We believe that people with disabilities need to be in the community. They need to be close to their families. They need to have services in the community. They need to be at the school, mainstream schools. People with disabilities have to have opportunities. They have to be at the universities, have to have opportunities in, at the workplace as well. And that if they have a choice, most people will choose to stay in the community.